Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. С вами снова я, Виталий. Снимаю свой сюжет у себя на хозяйстве в Ильинском районе Пермского края. Вот так вот выглядит наш пруд на 23 апреля 2019 года. Вот уже вода настолько заполнила пруд. Ну, еще я думаю, что будет заполнять. Еще снег не до конца везде растаял. Получается, чуть-чуть совсем осталось, чтобы пруд заполнился полностью. Вот. Вокруг острова все еще не до конца вода набралась. Сейчас вам покажу, как все это смотрится. Ну и остров получается чуть-чуть повыше, и по всей видимости полностью его так и не затопит. До берегов вода не дойдет. Вот там еще снег лежит. Снег лежит. Ну и вода тоже есть. Вот. Получается, полностью обошла, но здесь еще мелко. Здесь больше экскаватор не смог взять, так как камень твердо, ну, в общем, не получилось у него выкопать глубже. И поэтому такой глубины получилось. Вот. Побыстрее бы, конечно, уже рыбку запустить. Хотим попробовать запустить карася, ну и посмотреть вообще, как он себя поведет, не повсплывает ли. Будем надеяться, что все нормально будет и выживет. Вот, вот такой вот у нас пруд на 23 апреля. Следите за нашими новостями, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Пока!